И снова здравствуйте. Все-таки зашла я вам внутрь. 45 рублей. Акция бегония клубневая. Не знаю, взяла ее, она у меня болеет почему-то. Или переболевает. Не знаю, чем ее тут кормят. Ох ты, какая желтая. В прошлый раз желтой не было. Какая красоточка. И даже белая есть. Да, красивая. Очень-очень красивая. Так, эти 45 рублей. Да, подешевели они намного. Очень-очень намного подешевели. Так. Ой, какие там георгины. Так, а вот это что такое? Это пеларгония плющелистная, 80 рублей. Так, ну, такую я брать не буду, потому что, ну, не знаю, места нету. Ей нужно внимание очень много, конечно, за ними нужно ухаживать. Естественно, за всеми цветочками нужно ухаживать. Но ни разу я такую не брала, у меня никогда такой не было. Вот, плющелистной. Какие у нее листики интересные. Вот, посмотрите, какие. И тут вот она, пеларгония обыкновенная. Посмотрите, что здесь творится. Посмотрите, какие краски. Ой-ой-ой. Я не могу, почему-то раньше я ее не очень-то любила. Сейчас прям, ну, такая она яркая, такая красотка. Это нечто. Скажу я вам нечто. Ух, смотрите, сколько. Три стола. Целых три стола пеларгонии. Красивые какие, огромные столы. Так, тут беленькой побольше. Так, фикусы. Фикусы какие? Ну, фикус у нас есть. Есть и вариегатный фикус, и такой мелколиственный, или как его там назвать. Так, вот эти я не знаю, что это такое за цветочки, но красивые очень, подвесных кашпо. Вот так вот они очень красиво смотрятся. Фиолетовые листики у них. Красивые. Так, тут и снова. Ага, а здесь я вам скажу что-то совсем другое. Что же это такое у нас? Такое красивенькое, такое махонькое. Бересклет японский. Так, вот, японский. 160 рублей. Интересно, его на улице можно сажать? Не знаю. Так. Фикусы. Фикусы вариегатные. Так, а вот это кто-то такие подвести? А, крестовник. Так, крестовник. 205 рублей. 205 рублей крестовник. Так. Тут камыш свисающий. Нет, это не камыш свисающий. Явно. Что это такое? Вот, сейчас иду. Фикус. Фикус, боже мой, притупленный. 265 рублей. Даже такие есть фикусы. С ума сойти. Так. Дальше. Красивые листики. Вот такие все в ряд. Подвесных кашпо. Там написано, как они называются даже. Да. Сеткрезия пурпурная. Сеткрезия пурпурная. С ума сойти. 205 рублей горшочек. Да, но такие я покупать тоже не буду. Красивые, конечно. Очень красивые, очень. А тут пошли веселые какие. Ребятки, игрушки красивые, необыкновенные. Дорого это или дешево, не знаю. Больше всех мне нравится лягушка. Вот это вот. Ой, какие квакши. Красотки какие. Так, ну, на грибочках есть цена. Ого. 1650. Так, вот этот грибочек побольше. 2380. Ну, и так далее. Да, цены не для всех. Так, ну что ж, собачки. Разные гномики. Ой, лягушки опять. Квакушки хорошие. Какие маленькие, красивенькие. Сколько интересно, вот эта лягушечка стоит. Это я бы маленькую купила. Ага, цветок. Это реально не лягушка. Так, ценника. А, есть ценник, вот. Вот ценник, пожалуйста. 930 рубликов. Но и такую я не куплю, потому что это дорого получается. Для меня дорого, в крайнем случае. Так, поросята. И снова поросята. И кого тут только нету. И котята. И все подряд. И гномики вот такие большие. Ну, я представляю, сколько гномик стоит. Так, сколько же стоит такой красивый гномик? Кажется, цена тут есть. Да, красивый очень гномик. 6790. Вот так вот. Ну, на дачу, может быть, можно такие взять? Все может быть, да, можно. Так, ну и что? Пошли. Земля, удобрения всевозможные. Чего тут только нету. Кашпо вот такие огромные. Так. И идем к выходу. Вот через эту всю красоту невероятную.
Как же красиво! Какая красота! И в другую сторону то же самое, все красивое. Так, тут удобрение, земля, горшки, всевозможные горшки. И вот этот цветочек я еще хочу посмотреть. Что же это за цветочек? Покупать я его не буду, потому что такой цветочек нужно знать, куда его подвешивать. Вот такой невероятный. Такой вот он огромный. Такой огромный. Огромный. И кто же ты? Наверное, возможно, это бегония, я думаю. Так, бегония вот, желтая. Да, наверное, это все-таки вид бегонии такой. Вот они все бегонии, бегонии, бегонии. Да. Все бегонии. Сколько стоит? Неизвестно. Цены не видно. Цену не видно. Нету. Ну, возможно, на кассе знает. Ну, светленькая такая. Ага. А вот ты и попалась. Бегония клубневая. 390 рублей. Но вот те большие наверняка стоят намного дороже. Потому что у них это вот постоянно так. Если большой выращенный уже горшок, большой цветок, стоит намного дороже. Так, ну что, все. Просмотрели все. Горшочки всевозможные. Горшочки. Ага, орхидеи еще, да. Вот еще выставь. О, вот эти вот варигатные мне нравятся очень. Опять же, некуда вешать их. Повесить некуда. И вот такие вот красотки. 1170 цена, пожалуйста. 1170. Это очень дорого. Очень дорого, но очень красивые орхидеи. Невероятные. Вот такие. Ну все, на этом будем прощаться. Всем, всем пока.